Привет, ребята! На дворе весна, у меня хорошее настроение, и я решил поделиться с вами своей новостью, которая пришла ко мне буквально несколько дней тому назад. В первую очередь хочу сказать, что для того, чтобы мне повысить качество своих роликов, коль уж я взялся вести канал на YouTube, мне необходимо сделать несколько вещей, а именно, конечно же, повышать качество изготавливаемых мною изделий. Я над этим работаю и постоянно совершенствуюсь в этом. Вы сами можете в этом убедиться. Второе. Мне нужно поменять программу, в которой я монтирую свое видео. И над этим я тоже уже работаю. Я перешел уже с любительской программы на профессиональную. И сейчас я ее активно осваиваю. Третье. Это поменять свет в мастерской. Потому что тот свет, который есть у меня сейчас, он меня не устраивает. Я тоже уже знаю, что мне нужно делать. Купить светильники соответствующие, повесить их в определенных местах. И тем самым качество света в моих кадрах будет гораздо больше и лучше. Последнее, это поменять технику, на которой я снимаю. Сейчас я снимаю на цифровой фотоаппарат Samsung. Я вам чуть попозже его покажу, что он собой представляет. Этот фотоаппарат был подарен мне моим родственником. Саша, большое тебе огромное спасибо за то, что ты подарил мне эту камеру. Она меня очень выручила, и все видео, которые я снимал до сегодняшнего момента, на протяжении всего года, они были сняты именно на эту камеру. Так сказать, надо двигаться вперед, поэтому сейчас я приобрел себе новую камеру, цифровую зеркальную камеру Canon 650D, которую и хочу вам показать. Как вы видите, камера, объектив к ней и светофильтр. Расскажу поподробнее. Давайте сразу откроем, чтобы все было наглядно. Здесь инструкция на русском языке. Зарядник со шнуром и сама камера. Она выглядит. Экран поворотный. Я купил специально без объектива, для того, чтобы можно было снимать качественное видео с возможностью размытия заднего фона. Вот такой объектив я купил. Это Canon 50 мм STM. STM означает, что объектив имеет шаговый двигатель для бесшумной фокусировки при съемке видео. Давайте посмотрим, что там внутри. Тоже всякие бумажки. Все также в пленочке, упаковано хорошо. Вот этот объектив. Он имеет автоматическую фокусировку и ручную. А для того, чтобы в яркую солнечную погоду можно было открывать диафрагму на моем объективе на полную катушку и делать хороший размытый фон, либо в мастерской, когда я поменяю освещение, у меня там будет очень много света, чтобы можно было снимать с открытой диафрагмой, я приобрел вот такой специальный ND-фильтр, который позволяет снимать с открытой диафрагмой и с небольшой выдержкой, как раз при большом количестве поступающего на матрицу света. Это объектив, прошу прощения, вот этот вот ND-фильтр, он переменный, не фиксированный, то есть, крутя колечко, можно менять его затемнение. Таким вот образом. Я сейчас поменял камеру на своем штативе.
И эта съемка осуществляется уже на новую мою камеру Canon 650D с объективом 50 мм фокусным расстоянием 1.8. Дело в том, что фон за моей спиной не позволяет показывать все возможности этой камеры. Поэтому после того, как я вам расскажу о своем старом фотоаппарате, я перемещусь в другое место и поснимаю для вас что-нибудь интересное. Ну вот, ребята, вот это мой старый фотоаппарат Samsung, который мне прослужил верой и правдой целый год. Все последние видео я снимал на него. Он у меня уходит на заслуженный отдых, будет теперь в качестве запасного мне работать. А все свои новые видео я буду снимать уже с разрешением 1080p на новую камеру Canon. Спасибо всем за просмотр. Всего доброго и до новых встреч.